Приветствую вас, Анастасия. Прочитал ваш вопрос. По описанию, вот с точки зрения профессиональной психотерапии, у вас налицо родительский сценарий, значит, от мамы. То есть ваша мама ведет себя как неуверенная в себе женщина, как женщина, требующая подтверждения своей, ну, значимости, своей ценности, как женщина, которая сравнивает себя с другими и по достоинству, которая к себе, к сожалению, не относится. Вследствие чего у ее мужа, вашего отца, возникает соответствующее поведение. Надо сказать, что мужчина, ваш мужчина, он действительно похож на вашего отца, потому что это тоже такой неуверенный в себе человек, неуверенный в себе мужчина, вот, которому требуется, ну, какое-то вот доказательство своей, скажем так, ну, самостоятельности, да, то есть это человек, которому вот требуется подтвердить, что он мужчина, скажем так. И поскольку другой человек, партнер, как правило, партнер любовный, это всегда в некоторой степени отражение, значит, конкретного человека, вот, то можно говорить о том, что ваша мама проецирует на вашего папу свою неуверенность в себе, а папа отражает эту самую неуверенность в себе уже, собственно говоря, вашей мамы. То есть такая вот получается система, такая получается история и такой, в общем-то, получается момент. И как вы понимаете, в основе лежит страх одиночества, в основе лежит неуверенность в себе, ревность, возможно, потому что, ну, вы же не случайно познакомились с мужчиной именно в сети. Не случайно вы завели разговор на эту тему, что вот там он смотрит значит, интимные фотографии там женщин и так далее. Вот. То есть это все происходило, скорее всего, ну, не случайно. Вот. И соответственно,
в социальную сеть, где вы познакомились со своим мужчиной, вы пришли не случайно, а вы пришли туда в результате вот, значит, ну, возможно, я повторюсь, возможно, в результате неудач в реальной жизни, вот, потому что, ну, отношения все-таки лучше выстраивать в реальности, да, вот, вы этого не делаете. Соответственно, молодой человек, что вы требуете от молодого человека, да, сейчас, на данный момент? Вы требуете от молодого человека, чтобы он перестал, грубо говоря, смотреть, ну, то, что он смотрит. По факту, вы, можно сказать, что боитесь измены, да? Ну, вот. Собственно говоря, вопрос к вам, чем для вас так страшна измена? Тем, что подтверждает, условно говоря, подтверждает вам вашу несостоятельность. То есть вот, я себя сравниваю с другими, сравнение идет, соответственно, не в мою пользу, вот, и подобная история, она лишь это подтверждает, да, то есть это заниженная самооценка, низкая самооценка, вот. А вот, в принципе, такой расклад. Ну, по факту, и, соответственно, вопрос заключается в том, готовы ли вы, значит, условно говоря, выходить из родительского сценария, то есть, значит, перестать, условно говоря, возлагать ответственность за свои страдания на мужчин, вот, перестать искать в них, в мужчинах, то, чего вам с мамой, то есть и вам, и вашей маме не достает. Вот. Значит, искать это в себе. Ну, самостоятельно. Да? А работать с страхом одиночества. Вот. И повышать свою самооценку. Через, соответственно, личностный рост. Также очень важным моментом является факт, значит, безусловного принятия партнера. То есть безусловное принятие своего партнера, с которым, ну, вы, условно говоря, находитесь в отношениях. Мужчина имеет такую особенность, то есть у него такая особенность смотреть фотографии. Если бы он хотел реальных измен, он бы это делал, но раз он смотрит фотографии, значит, дальше он, скорее всего, не пойдет, вот, потому что он тоже с вами в сети познакомился, вот.
Но если вы будете вести себя так, а вы в отношениях выбрали для себя комплекс слияния, то есть вы пытаетесь слиться с своим партнером, так же как ранее пыталась, вероятно, слиться с вашим отцом ваша мама, вот, что у нее не получилось, потому что человек выставляет, значит, личные границы, вот, что, в принципе, является, ну, как бы нормой, то есть личные границы — это абсолютно нормальная история, вот, но не вы, не, вероятно, ваша мама, личные границы не принимает или принимает, но очень плохо. То есть, значит, тяжело. Тяжело воспринимается вот эта вот история, когда человек говорит, ну, когда человек говорит нет, да? Вот. Очень тяжело этот момент дается. Значит, работать нужно в таком случае еще и с личными границами. Вот. То есть четкое отделение себя и партнера. Чтобы не подавлять партнера, чтобы уважать его личное пространство, вот, чтобы у него была свобода, чтобы у него был выбор, самое главное, чтобы он видел вас самодостаточного, самодостаточного партнера. А вы как раз таки самодостаточной не являетесь, так же как не является самодостаточной ваша мама, которая страдает, ибо, ну вот, казалось бы, да, ну, не нравится, допустим, вашей маме, как ведет себя отец, да, ну, не нравится, что вот он так делает. Это ее выбор. Выбор не принять. Соответственно, нужно что делать? Ну, наверное, нужно расставаться. Правильно? А ваша мама, она этого не делала. Она не расставалась. Вот. И таким образом она поместила себя вот в эту вот позицию, в позицию жертвы. Как раз таки. И это позиция жертвы теперь у вас, да? То есть вы говорите о боли, вы говорите о том, что у вас произошло, но при этом вы не пишете, сколько времени вы встречаетесь со своим молодым человеком. Вы вместе не живете. У человека есть свой образ жизни, который был до вас и ну, как бы, возможно, ему, как и любому другому, да, тяжело этот образ менять, образ жизни свой. Это, ну, это не так легко. Вот. Я не говорю, что он прав во всем. Я хочу только сказать, что
безусловное принятие партнера, да, принятие его увлечений без прямого вреда вам необходим. Вот это то, что я хочу, чтобы вы постарались для себя понять. Без этого ни одни отношения у вас построить не получится. А если вам мужчина не нравится, если вы считаете, что так нельзя, да, вот, то это опять же ваш выбор. То есть меня, другого человека, дело абсолютно бесполезное, бесперспективное, очень тяжелое и выматывающее. Вот. То есть вы, по сути, вот не замечаете, да, как вы решаете здесь уже за другого человека. Вы говорите, почему нельзя уделять внимание своей женщине. А хочется уделять внимание женщине? А ведет ли это себя женщина так, чтобы ей хотелось уделять внимание? Ну, ведь мужчина же раньше ей внимание уделял, вот вам, ваш мужчина раньше внимание уделял, а потом что-то перестал. Да почему же он перестал? Просто так? Нет. Потому что вы стали вмешиваться чересчур в его личные границы. С истериками, в позиции жертвы, да? А можно было действовать по-другому. Для этого вам необходимо, еще раз повторю, работать над своей самодостаточностью. Вы пишете, желание быть единственной во всех планах. Это невозможно. Это желание значит. Это ваша ответственность. Возможно, страх. Со страхами нужно работать. Чувство несправедливости. Это детское ощущение несправедливости. Там, у людей разный темперамент, у людей разные взгляды. Некоторые мужчины вообще на полном серьезе считают, что они полигамны, что их полигамность имеет ну, как бы, исторические, скажем так, основания, да, вот, то есть, это момент, который нужно учитывать, если мы говорим про, собственно, развитие ваших отношений и про вашу личность, да, как таковую. Это важно. Это очень важно. Вот. А в принципе, значит, дальше вы пишете, так, он говорит, что не видит ничего криминального, в конце концов, меня это мало успокаивает. Вот почему, да? Мы говорили на тему измен. Я не знаю, что это видит, но что это видит вами в чем? Почему вы говорили на тему измен? То есть, как вы к этому пришли? То есть, это наводит мужчину на мысль о том, что вы за него держитесь. Это, еще раз повторю, неприятно ему. Ну, как и любому человеку будет. Ну, вот. Мне все равно очень больно. Я в растерянности уже не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Да? Вам больно, пишите вы, больно. За свою боль нужно нести ответственность самостоятельно. Мужчина вашу боль не излечит. Своим поведением мужчина вашу боль не излечит. Более того, скорее всего, вы будете продолжать его подозревать даже после того, как он вот вам пообещает, там далее, то все равно будете за ним следить, да, и так далее. А если бы он ничего не делал, то вы все равно его, скорее всего, подозревали бы, потому что у вас есть, ну, как бы негативный опыт. И в этом негативном опыте вы вините отца, как следует из вашего текста, да, что вот моя мать очень страдает, вы ее жалеете. Но ведь это выбор матери страдать. А вы считаете, что она не виновата.
я не понимаю, что мешает мужчине просто уделять внимание своей женщине, если есть сексуальные фантазии, то попробовать поплодить грудью своей женщине. А хочется ли этого? Да? То есть вы здесь делаете ответственным только мужчину, забывая, что отношения строят двое. Вот. И что ваша мама, как женщина, я надеюсь, вы, ну, не будете с этим спорить, что ваша мама, как женщина, выбрала мужчину себе, то есть вашего отца, она выбрала. Это был ее выбор. Но если это был ее выбор, возникает логичный вопрос, что кого же она, получается, выбрала себе, да? То есть это вот история, которая в том числе касается вашей мамы. Но у вас это все в одностороннем порядке. Это означает, что личной ответственности, например, за себя, за свои чувства, вы не несете. А это критично. Потому что нельзя построить здоровые отношения, не неся личной ответственности. Это невозможно. Принцип, да? И поэтому вы и имеете те проблемы, которые имеете. Дальше. Я боюсь, пишите вы этого же от своего мужчины. А чего вы боитесь? Боюсь, что однажды желание разнообразия, желание смотреть на других церкви, прогнет его к общению с реальными женщинами. И что? И что? Как от этого страдает ваша любовь, если это любовь, это первое. Второе. Вот вы говорите, что стремление к разнообразию. Так. А вы, какой вклад в отношения вносите вы? Насколько активны в отношениях вы? Насколько, как бы, ну, скажем так, насколько много драйва вы приносите в ваши отношения, насколько сильно, например, мужчина замотивирован на то, чтобы, значит, ну, искать разнообразие именно с вами, вот. То есть это все истории, на которые вам нужно ответить именно себе, понимаете? Вот. И, собственно говоря, взять на себя личную ответственность за то, что происходит, в том числе. Вот. Но, как бы, понятно, да, что необходимо, в том числе, чтобы и ваша мама взяла на себя ответственность личную. Дальше. Так. Вот вы пишете, да, романтика по большей части ушла, потому что не хочется, как бы,
сказать, не хочется поддерживать романтику, ну, с вами, из-за того, что вы вот истерики устраиваете, при том, что, ну, при том, что вы еще даже вместе как бы не живете, да, вот, а уже, собственно, устраиваете истерику мужчине, вот. Именно поэтому и не хочется как бы дарить вам, к сожалению, эту самую вот романтику. Вот. Так что здесь момент, конечно, он в том числе зависит, ну во многом, да, зависит от вашего поведения, и по моему мнению, вам нужно все-таки как-то вот стараться отвечать за то, что происходит у вас в отношениях. Дальше идем. Возможно, в глубине души ожидал увидеть что-то другое в жизни. А вот здесь вы, ну, на мой взгляд, по моему мнению, здесь вы демонстрируете, как бы так сказать, здесь вы демонстрируете свое уже негативное отношение к себе, то есть, ну, свою неуверенность к себе вы демонстрируете. Вот. То есть вы говорите, ну вот, он, возможно, ожидал увидеть чего-то другое. Вот. То есть вы как бы здесь намекаете на то, что он разочарован ну, в вас, может быть. Вот. Но какая разница, чего он ожидал? Вас бы это не беспокоило бы, если бы вы себя принимали бы такой, какая вы есть. Понимаете? Но вы себя такой не принимает. Вот. Именно из-за того, что ваша мама, вот она страдает, и собственно ей плохо. Она транслирует вам, что ее там отец, например, не ценит, да, жалуется, говорит, какая она, там, ну, например, несчастна, да, вот. То есть все это, конечно, на вас оказывает ну, существенное влияние, по-другому, конечно, быть не может. Дальше. Слезно прошу, помогите навести порядок в голове. Может, это по поводу никто не может свои переживания драки? Нет, это возложение на него ответственности за них. Или просто нужно работать над собой. Да, я люблю этого человека, думаю, что ко мне тоже неравнодушен. А вот что вы вкладываете в это понятие любви? Он хороший, адекватный,
оценочное суждение, очень оценочное. Я думаю, с ним можно построить гармоничные отношения и хорошую семью. Вот видите, Анастасия, вы ориентированы на свою семью. По сути дела. Вот. Вы ориентированы на свою семью, на то, чтобы создать семью. Вы хотите построить гармоничные отношения и семью. Вы не хотите просто человека сделать счастливым. Вы видите очень редко. Скорее всего, друг друга не так хорошо еще знать, а уже хотите семью. Для чего? Зачем? Чтобы чувствовать себя в безопасности и чтобы семья додала вам то, в чем вы, грубо говоря, нуждаетесь. Вот. В тепле, ласке, заботе и так далее. То есть вы хотите, наверное, чтобы семья вам что-то дала. Так не работает. Семья, она не может и не должна, на самом деле, ничего вам давать. То есть, как правило, обычно люди, они как бы, сами в семье своей что-то дают. Вот. Это важно. Они вкладывают в семью, а вы хотите создать семью, понимаете? То есть, хотите, у вас есть ожидания от семьи. Вот в этом тоже нужно работать, что вы в эти ожидания вкладываете. Эта боль внутри убивает меня, я не хочу с ним расставаться только по этой причине. Заранее спасибо. Но опять же, я не хочу расставаться, это вы говорите про свои потребности. А боль, боль это свидетельство о том, что вам нужно что-то менять в себе. Вот о чем свидетельствует боль. То есть я не знаю, хотите вы, будете ли вы работать над собой психологом или нет, но вот. Предлагаю вам просто подумать, да, вот насколько вы реализованы в своей жизни, насколько у вас есть любимая работа, насколько вы специалист экстра класса в своем деле, например. А как насчет того, чтобы поставить цель такую? Стать специалистом экстракласса в каком-либо деле, например. Или просто максимально вот подняться в каком-нибудь деле, максимально развиться в каком-нибудь деле. Для себя, конечно, для себя. Прежде чем строить отношения, нужно ведь стать кем-то. Вот. Ну, то есть, чтобы быть личностью, нужно сейчас вы находитесь, я не знаю, конечно, сколько вам лет, да, но вот мне кажется, что вы находитесь на процессе становления. Вы пишете, что он старше вас, но не пишете, насколько старше, да. А на самом деле очень такие важные моменты. Вот. Важно очень понимать, насколько он вас старше. Вот. Ну и, конечно, наладить отношения с отцом нужно. Увидеть, что дело все не в том, что это его прихоть, а в том, что он это делает, в общем-то, не от хорошей жизни. Вот. То есть, тут тоже нужно наладить связь с отцом. То есть, наладив связь с отцом и перестав видеть в нем какую-то угрозу для себя, а в некотором смысле поднявшись до его уровня, да, то есть не обесценивая и не возвышая его. Вот. А будучи с ним на одном уровне и поняв его, вы сможете решить свою проблему. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!